экспозиции, потому что там впереди это такие фигня все было. Вот, да, да, хорошо. Хорошо, понял. Хорошо. Начиная с кинофильма «Учителя рук», первый фильм, где мы с вами показали нашу его
да, там и находится. Так что если кто не хотел бы посмотреть не только маленькие большие картины, но сети мы рассказали, я думаю, сразу вас все позовет мастерскую. Просила мамы большой лист картона, потому что хотела нарисовать большой танк. Но вот так не удалось, не было, значит, в это время большого листа картона. И когда художник вырос, он добыл большой холст, наиболее красивый. Мечта детства выполнила. И создал вот танк, и вот эта война, а это мир. Ну, соответственно, это и Толстой, и традиция. И тут, конечно, вы видите уже не только традиции Лука, Кубриков там, и как бы импрессионизма. Советского даже скорее. Но вы видите, здесь традицию Нади, потому что Нади, конечно, тоже близкие русской культуре, еще и Морозов, и Эрмитаж, все вот они такие. Да, да, да. А здесь вот только что как раз вот есть совсем последние картины. Это сон Татьяны и сон Ильи. То есть сон Татьяны, понятно, помните, когда мы уже с тобой она увидела во сне. А сон Ильи это как бы апокриф. Вообще художник, еще к тому же и прекрасные писатели работают, создают апокрифы. Там существует апокриф, что Пушкин все равно не, что Евгений Леонидов убил начинающего гениального поэта Владимира Ленского. И поэтому Шинарюк его оживил. Вот он его связающий могил оживляет. Евгений Леонидов, он лучше Пушкин, он же Владимир, он же Виктор Тихомиров, оживляет гениального молодого гениального поэта Владимира Ленского. Ну и конечно же, Натюрморт очень интересный, да. Хорошо скоро. Вот это вот зелень, конечно. Нет, это просто скрипичка. Это надо. Это инсталляция, это не это, это предыдущее. Когда надо приклеивать дубы. Это как раз те самые следы. Вот нас следом собирают пыль под старые спектакли. Чудовище. Ну, Михаил, только прекрасная живопись заставляет нас не смотреть на пол. То есть, знаете, неизбежно прекрасные выставки, потому что пол такой, что как бы, чтобы заходишь, и в восхищении руки, как бы, глаза горят, да? А дуло как бы нет, да? А дуло там хоть маски деревянные, да? Страшно. В общем, это наша история. Если вы помните, какие изменения, вы скажите, пожалуйста. Прекрасная выставка. А так же я туда вообще позову. Да, он и так все знает. Не, да. Я не уполномочена получать мнение. Нет, я думаю, что он все знает, тем более, что готовили выставку вы, поэтому я думаю, что коллеги вполне могут все знать. Согласна с концепцией, большое и маленькое, это всегда очень хорошо. Мы средние уже. Мне кажется, это очень приятно. Редко художник получает доброе слово при жизни. Ну, раз мы уже в Русском музее, уже доброе слово. Я веду слово. Это знание, когда я нужна, я всегда не пользуюсь. Слово застревает. А ведь если бы мы все сейчас собрались, воскресили бы Иванова, сколько добрых слов бы ему сказали? Ну так, да. И он при жизни, я думаю, что собрал немало, наверное, конечно. Как же эта история, что он вообще бедный в горячку впал от непризнания художественного мира? Ну и так, да, это не то, что легенда, да, это, конечно, тоже было, но я думаю, что перепадало и то, и другое. Как любому живущему художнику. Не только художнику, да. Хорошо. Ну что, тогда всем спасибо, все очень хорошо. Открывать будем где всегда. Да, и Михаил, вот Александр Ильич хотел бы попросить Александра Сахарова сказать еще несколько слов, поскольку это очень важно. Ну, я думаю, что это возможно, потому что, наверное, он будет говорить, да? Да, он будет говорить. Сахаров, да, конечно. Тихомиров. Тихомиров. А БГИ придет? Я думаю, что он придет. Надеюсь, как герой картины. Ну, конечно, так и все хорошо, спасибо.
Ваши коллеги? 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 Ваши коллеги?
Прабу, например, да? А? Скажи, довольны. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на открытии этой выставки. Хотя она несколько такая спонтанная, внеплановая и, скажем прямо, безбюджетная, но получилась она, на мой взгляд, хорошо. Вообще, кажется, приятно, когда нет ни бюджетов, ни каких долгих историй. Потому что какие могут быть истории с этим художником, которого мы знаем уже 20 лет, который в ленинградском арт-мире, в ленинградской культуре, в ленинградском искусстве предстает в нескольких ипостасях. Теперь все как художник, и как литератор, и как человек, занимающийся кино, и как отец-основатель группы «Митьки». И он же такой, скажем так, критик этой группы в последнее время, что, на мой взгляд, правильно, потому что все растет, все изменяется. То есть такая совершенно важная фигура. Я не люблю таких слов «знаковая фигура», потому что «знаковая» — это что-то такое изображенное и закрепленное. А наш герой движется, мутирует, каким-то образом находит новые пространства для своего самоосуществления. Выставку делал сам художник, прежде всего, вот, стучал, резал, кромсал, вешал. Олеся Туркина, куратор нашего отдела, как всегда, ее не видно, хотя роль ее велика. Володя Перц, который был, замещал меня в эти месяц. Я пришел как зритель почти практически, может быть, как инициатор, но и как зритель. И хочу сказать несколько слов о своем просто вот таком впечатлении, как критика скорее, чем как музейщик, заведующий этим отделом. Как бы, потому что человек 20 лет, он уже не воспринимается очень современным, contemporary, то есть это просто художник. И вот я все время сейчас смотрел, в мастерской, как меняются вот эти рамки восприятия. Как хорошо, когда художник становится и в группе, и выпадает из группы, потому что в группе видятся одни какие-то общие, коллективные качества, вне группы начинает вылезать что-то абсолютно свое, какой-то свой рисунок. И вот меня вот сейчас порадовал период, когда очень важен, актуален, коммерчески выгоден в московском искусстве трэш, то есть трэшевый реализм, реализм, который
сознательно плохо сделан, который сознательно апеллирует к определенному покупателю, построен на хохмах, построен на каких-то главных совершенно идеях и использует активные материалы сказки и хрестоматии русской литературной, кино и так далее, и так далее. И вот при некоторых общих точках соприкосновения Тихомиров представляет совершенно другим художником, которых гораздо больше, собственно, изначально это было вот этого сугестивности, настольности на снах, на каком-то опыте, может быть, детском, личном, опыте прочтения культуры, потому что здесь действительно и хрестоматия, и Мишки на севере, и кто угодно, танки, все это детские есть, но это по-другому, это не головная, не головные какие-то матрицы, не стёб интеллектуальный, это может быть ёрничество, может быть скоморожество, может быть то, что идет от телесного низа. Когда-то мы все читали Бахтина, кто не читал Апулея, кто читал Бахтина. Но вот это вот честное, чистое и какое-то пережитое здесь, на мой взгляд, самое важное. Поэтому оно им остается, и потом так легко он переходит вот к таким небольшим чистым натюрмортам, которые мне очень нравятся, бывшие вишни. Как-то там одиноко оно висит, как бы кто не стащил из поклонников. Я не виноват, но это всяких чашки, мне кажется, очень сильными вещами. Появились портреты, вот это россыпи портретов. Сама идея хорошая, когда на полу так щедрой рукой и на стене рассыпаны друзья, соратники и спутники искусства и жизни. То есть вот этот вот совершенно немодный, несовременный, неактуальный аспект пережитого, мне кажется, здесь очень важен. Я не знаю, я никогда не был специалистом по Митькам, почему-то мне последние два месяца все эти ребята, потому что нужен же какой-то информационный повод, кто он, показывает его Митька, или показывает Тихомирова, или показывает художника. Мне совершенно неинтересно, потому что любые объединения, их своды, их распады, это нечто другое. Это как бы не для меня в данном случае. Мне интересен конкретный человек в его развитии. Я надеюсь, что на этой выставке все это мы увидим. Так что милости просим. Сейчас еще раз Олеся, вот нигде ее не видно. Что это такое? Иди сюда, Олеся. Дисциплина должна быть какая-то в музее примитивная. И сейчас я с огромным уважением и почтением позволю себе пригласить Александра Сокурова, которого все мы любим и рады, что он как-то душой прикипел нашему герою. Прошу вас. Добрый день. Вот, мне часто как-то приходится размышлять на эти какие-то наши жизни по культуре, на какие-то темы. И часто я себе задаю вопрос, кто бы мы были без музеев и что мы без музеев? Ну, я имею в виду среду тех, кто что-то создает или что-то пытается создавать. Наверное, погрязли бы в самолюбовании, в гордыне. И первые слова здесь я бы хотел сказать самой сердечной благодарности этим стенам, этому коллективу, этому музею, который совершил этот поступок вовремя, как раз тогда, когда он должен был быть совершен. И мы все, кто близко и давно знающие Виктора, любящие его, в разной степени понимающие его и в разной степени чувствующие его, мы в первую очередь, наверное, испытываем глубокую благодарность сейчас Русскому музею. И просьба есть у меня, собирайте картины Виктора. Берите картины в свое собрание, сохраняйте, пожалуйста, его. И надо прямо сказать, что на самом-то деле людей, которые сегодня основательно, эволюционно работают в культуре, вообще в живописи нашей русской, очень-очень мало. Художников много, а художников мало. И еще раз самые сердечные благодарности Русскому музею и сердечные поздравления Виктору с этим огромным событием в его жизни, выставки в Русском музее. Дай Бог, чтобы
несмотря на традицию, чтобы эта выставка была не последняя. Поздравляю. Спасибо большое. Для меня честь, конечно, большая, когда такие люди высказываются обо мне положительно хотя бы. Я вообще очень признателен друзьям своим, тем, кто когда-нибудь писал какие-нибудь обо мне отзывы там, или предисловия. Всегда после этого несколько совестно показывать и страшно продукт, потому что уже, лучше бы даже уже не показывать, потому что так хорошо обрисовано все, что вот так вот впечатление бы это все бы и унесли. А уж там мало ли что на выставке вдруг окажется, что-нибудь не то. Вот, поэтому вот очень я признателен, и теперь еще страшнее показывать, и хочется там как бы немножко оправдаться. Допустим, я в данном случае, поскольку нужна концепция в современном искусстве, ее как бы вынимают из художника, говорят, где твоя концепция? Я ее припас, как бы, концепция простая, я выставил огромные картины и совсем крохотные, то есть показал краешки, основную массу, значит, среднего размера, я не показываю, ее нужно довообразить. И это, как мне кажется, в русле вот современных таких приемщиков искусства, искусствоведения. Ну вот я пошел навстречу. И у меня тоже есть просьба к зрителям, ко всем посетителям, ну, на некоторое хотя бы время, на время посещения выставки, удержитесь от скепсиса. Я вас прошу, это такое модное, выгодное вообще чувство. Скептиком быть здесь очень хорошо, нет. Но вот немножечко без него посмотрите, потому что на самом деле все это написано, можно сказать, для себя. Огромные картины никому не нужны для продажи, маленькие пишутся, в общем, недолго. Поэтому удержитесь от скептиса. Вот. И я, конечно, тоже очень благодарен музею, достаточно неожиданно это. Я все думал, что это из вежливости интеллигентской такой вот. Мне так вроде как одобрительно отзываются, а на самом деле думаю, хрен, конечно, выставят. Но нет, вот выставили, благодарен, очень, не ожидал. Спасибо всем сотрудникам Русского музея. И, конечно, вот, например, стоит первый мой учитель живописи, Виктор Петров, и ему спасибо. До сих пор я его прием использую, и в преподавании тоже. Вот, так что всем спасибо. И вот Алисе Туркина пусть хоть скажет что-нибудь, потому что она же куратор главный. Ну-ка. Ну что ж... Нужно поморить. Да, я конечно. Помню, на пионерских линейках всегда морили. И потом я понял позже, что это важно было. Важно было постоять на комарах и послушать, что говорит пионер вожатый. Поэтому сейчас вот... Ну если мы говорим о пионерской линейке, то как в кинофильме «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», когда я был маленьким, я тоже любила бабушку. Когда мы были маленькими, мы все очень любили Митьков, и на наших глазах эта легенда родилась. И она родилась из любви к русскому искусству, к его традиции, к клубкам, к коврикам, к русскому авангарду. И она живет в работах Виктора Тихомирова, таких лукавых и в то же время серьезных. И Виктор Тихомиров не случайно говорил тоже, я думаю, не без лукавства, удержитесь от скепсиса. Виктор Тихомиров – замечательный рассказчик, который любит живопись. Поэтому надеюсь, что мы все это с радостью сейчас оценим. Спасибо, Виктор. И поскольку народу все-таки довольно много, я предлагаю хлынуть на мою выставку. Поток! Пионер вожатый, не думаю. Какое бы там слово в Северо-Русском музее это имя? Я думаю, что там захватили на могилу.
Thank you.
Сейчас.
Камирову слава. Не говори. То есть меня это нисколько не смущает. Такая классная, и вообще пространство такое замечательное, вот, а ты вдруг это самое, вот, так ты по телефону говорил, я тебя поэтому начал снимать. Знаком с ним? И фотограф замечательный.